Трогательная история стала известна журналистам. Влюбленные, которым врачи поставили неутешительные диагнозы, сыграли свадьбу своей мечты. Эми Эверис и Ли Шарпе встречались 13 лет, у них трое детей. Однако им никак не хватало времени, чтобы заняться свадьбой. Они перенесли этот вопрос до августа нынешнего года. Однако перед Рождеством девушка внезапно упала в обморок, передает Life.ru. Оказалось, что рак, с которым Эми длительное время боролась, снова вернулся. Через несколько недель последовало не менее печальная новость. У Ли, который все время поддерживал свою любимую во время болезни, обнаружили неоперабельные образования в легком и в мозге. Для обоих любой день жизни может стать последним. Друзья пары решили исполнить их мечту и организовали торжественную церемонию всего за 4 дня. Эми шла к алтарю в красивом свадебном платье вместе со своим отцом и детьми в церкви Святого Лаврентия в Челтмене. Во время клятвы девушка говорила шепотом, пытаясь сдержать слезы. Она пообещала любить Ли в болезни и в здравии, после чего влюбленные поцеловались. Вы должны понять, что каждый день может стать последним в вашей жизни. Не надо откладывать то, о чем вы так сильно мечтаете, сказал Ли Шарпе.